депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Вячеслав Киреев, Татьяна Одинцова, Михаил Солнцев, Станислав Улитин, Андрей Яцишин, Олег Цуцков и исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева проверили доступность спортивных учреждений города для людей с ОВЗ. Проверили наличие оборудования для маломобильных граждан, а также пандусов, широких проходов, лестничных подъемников, тактильных плит, предупредительных знаков и индукционных петель. Исполнительный секретарь местного отделения партии сообщила, что в зданиях созданы все условия для любых категорий населения.